Итак, Плеяда, Стажары, Семь сестер, Субару, как угодно. 18:53. Киевское время в Харькове. 26 марта 2021 год. Ждем мы МКС, а пока развлекаемся со светочувствительностью. Это 1600 ISO. К сожалению, ничего менее завышенного не получается сделать, чтобы снять Плеяды. То есть просто не хватает светочувствительности. Но у нас сегодня вот такая красотень. Потом мы это все снимем на 125 ISO. И это должно быть очень неплохо. Сегодня практически нет облаков. Так, сейчас буду занижать. Понижаю выдержку. Ну вот, совсем другое дело. Через 10 минут будет МКС лететь. Надеюсь его поймать в кадр. Ах, вон надо, чего ж ты хороша. Послезавтра полнолуние. На мыльное изображение внимания не обращаем. Это дубль был посвящен Плеядам, Стажарам. Поэтому так завысил светочувствительность. И там в комментариях опять же сегодня спрашивали, какие настройки фотоаппарата. Я постараюсь запомнить, на каких настройках получился лучший дубль, наилучший. Даже ветер стих у нас, то посмотри, просто жаловаться не на что. Ну, мыльное изображение. О, ну Аристарх. Это все-таки был вчера Аристарх. Вот сегодня луна уже больше освещена, и теперь уже его ни с чем не спутаешь. Или ни с кем. Да, очень мыльно. Ну, зато у нас были Плеяды. Пытался Марс снять. Да, в общем-то, что пытался, можно прямо сейчас его и снять. Да поехали уже, наверное. Пока такое ISO жутко, жутко завышенное. Так. Увеличиваем выдержку. Поехали на пояс Ориона. ISO 1600, а, ну и фотоаппарат это Nikon Coolpix P1000. Видно, да? Три звезды пояса Ориона. На маленьком экранчике фотоаппарата вижу. Гарантированно будет видно на мониторе. Поехали к Плеядам. Так, сориентируемся. Полетели. Бах. Ну разве это не враждебное чудо техники, а? Я в восторге от возможностей нынешних. Технических, да. А Марс у нас... Где у нас Марс?
Марс у нас, к огромному сожалению, на расстоянии 256 миллионов километров. Это, знаете ли, многовато. Для того, чтобы ледники рассматривать, вот он, красавец наш, бог войны. Но расстояние не оставляет шансов. Да, всего лишь в октябре 2020 года, несколько месяцев назад, он был в 62 миллионах километрах. И тогда ледники было видно очень классно. Так, ладно, ждем МКС. Через 2 минуты.